Отточенные движения, от ярких костюмов не оторвать глаз. Юные кавалеры с легкостью кружат своих дам в медленном фокстроте. Южный ветер в Анапе закружил в ритме спортивного бального танца уже в третий раз. Гармония пластики и музыки, сочетающие в себе искусство исполнения и физическое совершенство танцоров. Наш вид – это отчасти спорт, отчасти искусство. То есть мы как бы не можем отделить составляющую искусства и спорта. Прежде всего, конечно, мы соревнуемся, мы спортсмены. Но если вы посмотрите, красота, грация, эмоции, то есть все это и отчасти театр даже. На турнире состоялось первое показательное выступление участников анапского проекта «Спортивные танцы на колясках». Гостей мероприятия приветствовал заместитель главы Сергей Козлов. В рамках турнира прошли первенство Краснодарского края среди ансамблей по латиноамериканскому секвею, первенство города-курорта Анапа. Возраст танцоров от 8 лет и старше. Вчера и сегодня турнир показал высокий уровень танцоров. То есть можно сказать одно, что спортивный танец, он не находится в упадническом состоянии, да, он все время растет, и свидетельством тому сегодняшний результат, и в том числе город Анапа, потому что анапские пары сегодня стали одними из лучших, и весь пьедестал практически был в Анапе. Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Альянс» Артем Гукасян и Екатерина Шмелева танцуют вместе уже 10 лет. Тренирует пару руководитель клуба Татьяна Егорова. На февральском чемпионате России в Москве среди 150 пар ребята заняли 10 место. Все как бы танцы для нас важны, мы их любим. Одинаково. Больше как бы предпочитаем латину. Румба, танец любви. Спортивные бальные танцы включают в себя две программы – латиноамериканскую и европейскую. На смену энергичным движениям ча-ча-ча или румбы приходили плавные скользящие па вальса.